Выполню-ка я пару заданий от железной дороги. Посмотрю, к чему это все приведет. Будет ли какое-нибудь развитие. Так, это, кажется, мое поселение. Тут мне, собственно, делать нечего. Мне надо сюда, куда-то. А, вот. Очистить врагов где? Даже не написали где. Фар-Харбор. Фар-Харбор. О, не могу путешествовать. Враги рядом. Где он? Собачка. Ну, то есть это, конечно, точно. Опять не могу путешествовать, да? Что ж такое? Где враги-то? Легендарный супер-мега-мутант. Там хрен знает что. Ну, давай посмотрим. Раз вы мешаете мне путешествовать. О, начал, называется. Где ты? А, вот он. Ну, стоит много, не нужно, да. Это что это вообще, кстати? Надо еще посмотреть, может это. Let me know if you find some spare ammo. Не такой плохой, может быть. Как кажется изначально. Так, ну зачистил я их или нет? Тут, кстати, нет каких-либо зданий, которые я ищу. А если вот в эту сторону посмотреть. Вот это я все находил. Да, ничего. Так, полетели тогда. Значит, защищать врагов там, где Фар-Харбор. Вот здесь. Где тут ближайший дом? Вот этот вот ближайший. Стоп, а как этот вообще Фар-Харбор-то выглядит? Тут еще дополнительные острова, что ли, какие-то. Так, отсюда. Направление мне сюда. Прыг-скок. Прыг-скок.
что тут за домик. Подсветочка какая-то. Тихо, 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 тихо. Прям на меня прыгнуло. Тут супермутантики, что ли, живут? Ведь жалко, светло. Нельзя ли тут день? До утра как-нибудь, а? Что это, кстати, такое? Что бы это самое-то? Ночью-то стрелять прям совсем неудобно мне. Ну да ладно, бог с ним уж. Something's ghosting us. Они тут мощные. Ну, это ж и лучше, что они мощные. Больше очков дадут. Ты смотри, ну никак не хочет помирать. Ну не надо прятаться-то, нехорошо прятаться. Еще живой надо же. Вот, все. С этим все. Что-нибудь полезное у него есть? Ничего нет полезного абсолютно. А вот, вот появились индикаторы, это значит и... Кого надо убить, эти красненькие индикаторы? Супермутант Оверлорд опять, да? Потом сколько патронов на него нужно, а на одного? Так, очищено. Доложить Дездемоне. Хотя, конечно, на самом деле совершенно не очищено. И там еще один. Не, ну это, конечно, хорошо, что они здесь такие мощные. Вот сколько можно набрать баллов-то для апгрейда. Так, что у нас тут есть? Граната. Ничего хорошего абсолютно на них. Ничего. О, может, ящички что? Тоже ничего интересного. Это они тут по местным прошлись. Так. Ну все, можно, в принципе, телепортироваться отсюда. Нет, я не пойду. Конечно, враги рядом. Нельзя телепортироваться. Так, а уйти отсюда как-нибудь можно подальше, чтобы можно было телепортироваться?
где-то вдалеке. Все. Или нет? Так, ну-ка я продам пока здесь. Новых заданий-то у них там не появилось для меня. Наверное, для этого ружья покупать все время патроны. Там, если пойду в какой-то рейд дальний, там не будет возможности закупать их. Сколько у меня их сейчас? Много, конечно. Stranger, you need odds, ends, junk, or knickknacks. You've come to the right place. Let's borrow happily. Кстати, посмотрю, не появилось ли еще. Валью нет. Так, а что я набрал? Тебе ж не так много там отнял-то у них сейчас. Не знаю, да не нужна она мне. В принципе, все. Так, теперь, значит, летим сюда. Или нет, что сразу, а вдруг это здесь тоже, ну-ка. Еще задание, а, вот, Secure Hub, тьфу ты, ну да, DIA Cache в Hub 360. Это, естественно, Commonwealth, не в Hard Harbor. Ну, полетели. Может, они мне дадут какой-нибудь эти железнодорожки задание, как, которое имеет значение, там что-то открывает, там какую-то возможность, или там, я не знаю уж. Какая-нибудь там награда интересная. Уникальная. Там. Хотя надежды мало. Так. Я и кеш. Где тут ближайший? Ну, будем надеяться, что это не все одинаковые, но... Где там право, где лево, где вверх, где низ, ничего понять же невозможно. Тоже плохой. Надо и тебе помирать. Сто семьдесят семь, ну это мощный, так это Кейт моя бежит. Так, два наверху, а мне куда надо? 72 метра в эту сторону. 67, куда ему? Нужно-то башню в эту или...
28 метров. Да, и нойз. Так еще, здесь даже гулы есть. Обычно assault rifle, но это я не буду брать. Ну, у гулов там ничего такого не бывает никогда. По лесенке, что ли, подняться? Наверх-то, а? Похоже, по лесенке надо подняться. Так, а дальше-то куда? Здесь вот один вариант только. Тихо, тихо. Ты кто такой? Рейдер, ветеран? Да? Сюда. Уху-ху-ху-ху, сюда. Куда сюда-то? Тут сейчас свалишься. Так, кто стреляет в меня? А вон они. Ну-ка. Ладно, бог с ним, что там будут перестреливаться попусту. Так, засейлюсь здесь, Иво. И пойду security cash. А вот хаб 360, да, мне ж сюда и надо. Так, это вот у нас второе задание бразерхудцев в этом эпизоде. Ну ты, батенька мой. Второе задание бразерхудцев. А вот он, да, этот кэш. Вот, все, я выполнил его. Секьюри, это типа пришел и все забрал, что мне надо. Почтальона, шляпа. Никто не знает, почему для них это ценно. Для железнодорожников. Они хотят это, после поражения назваться почтальонами, что ли, я не понимаю. Ладно, выходим отсюда. Больше тут делать нечего. Театральный округ. Следующая станция. Площадь Революции. Просьба пристегнуть ремни. И расстегнуть ширинки. Так, 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 так. И... Значит, да, это уже это... Так. Ну да, и последнее уничтожить этого курса. О, господи, а где он? Да он же этот, Ньюка Волт, что ли, там? Ну-ка. Да, точно, он это...
Вот в третьей локации. То был Far Harbor, а это вообще не... Ну, я же не пойду в Нюковолл сейчас. Вы что, обалдели? О, ну, напридумывали. Это же целая история туда пробиться. Это надо делать отдельную вообще уровень, как я просто туда, если я вообще туда пойду когда-либо. Don't leave anything behind that might be useful. Ну что, перестрелять их, блин, или где? Он удивляется, что я еще живой, при том, что я... У меня даже она не стреляла ни разу, а уже... Что? Я не расслышал, мужчина. Что вы сказали? Что называется, что с чем? Ах... Ну ладно, тут мне было очень важно ваше мнение. Да, ну я тут был, конечно, уже, в общем, знаю для чего. Еще и на этих рейдеров наехал, мог бы просто мимо идти. Интересно, нет, доски не пробивают. Вот тоже меня, кстати, раздражало, вот раздражает вот эти вот повреждения конечностей. Может тоже взять этот, наконец-то этот... Ну, этот пек, который защищает конечности от повреждений. Так, где там кто? А, вот здесь, да, как сейчас помню. Так, спать тут негде. Технический документ для Проктора. Так, я что сюда пришел-то? Я хочу посмотреть, как этот в Нюковолл-то. Я знаю, что там целая история. Может быть, как-то отметить это место там, что ли, на будущее там. Там же у них должен быть какой-то этот. Кстати, какой-то этот. У меня же квест был. Нюковолл Радио. А, и чё? Ничего? Да, вот тут их какой-то там то ли переходной пункт, то ли станция, то ли там монорельс, то ли поезд, то ли что-то типа того. Отсюда вот попадают в это дополнение. Да-да, вот транзит-центр. Как он устроен? Хрен его знает. О, там рейдеры. Джентльмены, какая неудача для вас, что вы оказались здесь. Ой-ой-ой-ой-ой, это же опасный очень.
Assault Rom. Молодец, Наташа, ну молодец, добила Assault Rom. Наверху что? Ух ты, а чё это, чем он стреляет таким прикольным? Чё это у него? You know how to show a girl a good time. Чем таким он там? А, ух ты, ух ты. А, ну это, да, это пушка-то известная. Командер там какой-то с именем. Он может уникальным оружием, кстати, обладать. Так, 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 командер. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Пусть будет уникальное оружие, пусть будет уникальное оружие, пусть будет уникальное оружие. Так. Ну ладно, можно будет просчитать. Возьму, продам один счет, сейчас отсюда улечу. Ну нет. Night Vision, Boosted, Agitated, то есть все моды не зачарованные опять, ну елки. Дорогое, хорошее, но не зачарованное. А черт, ладно, засейвлюсь. Да я хочу зачарованное. Блин. Так, может у вас что есть, так, со слабой надеждой? Это совершенно, совершенно обычное. Тут как-то иди наверх. Ну да, но это место теперь у меня отмечено. Может быть, за курсором этим отдельно сходить. В отдельном эпизоде. Потому что, может, там 2 часа придется до него добираться. Еще неизвестно. Так, а как они на крышу попадают? Где-то же должен быть какой-то заход. В том доме, может быть. Если это здесь может быть где-нибудь, или это может быть внутри где-нибудь. Лифт, да ты чё? Да, просто на лифте. Так, а ничего тут, да, больше никаких объектов не вижу. Это вот они достроили специально, видимо, для дополнения, для Ньюки этой. Вот этот дом. Ну, хоть патроны. Так, что тут у тебя? Гаусс Райфл. Ну, у меня уже есть Гаусс Райфл. Ну. Прикольная вещь, конечно. Ну, все. Хорошо, а допустим... А, вот, наверное, да? Отсюда, да. Отсюда начинается путешествие в Nuke World. Но этим я сейчас заниматься не буду, дай-ка я тебе. Бесполезно. Тогда я сейчас доложу, что я выполнил 2 задания. Что я выполнил 2 задания для них. Чего они мне скажут?
в ответ на это. Вот странно вообще, что система дает задания. I never thought I'd be saying this, but I, well, I really need your help. Оба. What's the matter, Kate? Everything is the matter. We're friends now, which means I can trust you with anything. I'm also hoping it means you've got me back, because I need it now more than ever. I'm sick, and I don't think I can hide it from you anymore. Okay, calm down and take a deep breath. If you're sick, I want to help you. Okay, okay. It's like this. Ever since I left home, I've been using Psycho. I don't know why I'm still taking that crap, but I can't stop. And believe me, I've tried. I can't even go a day without it anymore, and I'm fucking sick and tired of it. I've even been doing it behind your back, sneaking doses when I think you aren't looking. Worst of all, it's been making me sick. I've been spitting blood, and I don't feel right inside. I need to get this shite out of me system before I wind up dead. Tell me how we can clean you up. Well, there might be a way, but it's not gonna be easy. There's supposed to be a vault somewhere out here. A place called Vault 95. I've heard that Vault Tech used it for some kind of social experiment. Stuck a bunch of junkies inside to poke and prod. Well, they supposedly had some special method to clean up those blokes in there. Some kind of a machine or something. If we could get inside, maybe that machine could help me. How do you know the machine is still inside Vault 95? I don't. But if I'm gonna kick this habit, I gotta find out. Look, I don't want you to think I'm some kind of low-life junkie. A stupid girl who's harming herself for no good reason. From one friend to another, all I'm asking is for your help. When you're ready, take me out to Vault 95 and help me put an end to me pain. Me pain. Хорошо. Задание новое появилось. Так, значит, мне надо сдать здесь. Здесь мне надо сдать. Вот это. Unless you need my medical expertise, please bother someone else. Hear anything, Doc? Got nothing. Sorry. Just trying to practice medicine. Не понял. Hear anything, Doc? Got nothing. Sorry. Я же пришел сдать тебе заданица. Could use some supplies, actually. I suppose. Uh-huh. Я же пришел сдать тебе заданица. Что за это самое? За хрень. Вы че? А, это же не к нему, вон куда стрелочка-то показывает. Тьфу ты, елки. К роботу этому, боже мой. Systems locked. Building statistical model for operation Tea Party. Ладно, хватит болтать. Че там? Задание принес тебе, короче. Pam, I took care of the DIA cash. Reward dispensed. 300 рэ. Ну. All processes are busy. То есть заданий не будет, да? Что там добавлено? Pam. Analyzing. Или будет? Ну, это за компьютер так запросто, за чужой. Еще не медали там как фигню 100%, да? Свет там что-то, что там было написано? Так, это все мне не надо. А вот, да. Минуточку. Это вместо всего идет или как? Ну-ка, если я одену, что будет? Это все. Все слетает тогда. Ну, что это такое? Реком, реком. Ой, боже. Как это называется? Deep Pocket, это Salt Marine. Legend of Vault, Chest Piece и Sleek Salt Marine, да, ну-ка. Вот такие награды, вот вообще нафиг они нужны. Так, второе задание, я же два выполнил. Сдать, в смысле, второе задание. Второе задание было... Надо его сдать Дездемоне. Вот она. Дездемона.
hope it goes better than last time. I heard Randolph got B811 out of the Commonwealth, in large part thanks to you. You're proving to be a valuable addition to the railroad. Happy to help. My gut says Mr. Timms is exactly who he says he is. But Pam isn't convinced yet. Until she signs off, no direct contact. Так, ну, ничего. Дездемона. Operation Jackpot was a success? Oh, thank God. We were running perilously low on supplies. Еще очень бы. With coursers in play? If you get a mission to protect a synth, come armed to the teeth. Не даю задание. Is Diamond City is under opposition control. I'm very busy. Ты дашь задание, Игорь? Unless you need my medical expertise, please bother someone else. Нет или нет? Hear anything, Doc? Got nothing. Sorry. Just trying to practice medicine. Так, понятно. Sorry, Tinker Tom's got me doing something. А этот, да, Тинкер Том, то где он? А вон он. Может, у него какой? Или он только вот эти дает? Shit, man. The cash you found has some real serious high tech. But the creme de la creme is ballistic polymer weave. Что, lightweight, что? Serious stopping power. And it looks just like normal clothing. I got some in stock now. Oh, give me some time. I got all sorts of ideas. What do you have in stock? Well, it changes, depending on what's on hand. We lost everything when the switchboard went lights out. Hopefully our agents score more supplies in the field, so me and my boys can, you know, make even more toys. You want to see what we got? Show me what you got. Take a look. Так, во-первых, я тебе продам всякую фигню. Вот это, например, абсолютно мне не нужно. Так, что ты там говорил-то про какой-то это? Парал, ну-ка, дымич, валью. Это то, что я ему продал. Ну, на выполнение этих двух заданий я и закончу запись.